needles in the city. Be back immediately to confiscate the money. Yeah. That girl is a real proud beast. Small world, all the friends know me. Young bull living like an old beast. Release the cash, watch it fall slowly. Right now, still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. Hey YouTube, hey VK, с вами Волтрия 2, и до сегодня мы с вами играем в Team Fortress 2 в хэллоуинское обновление под названием Scream Wars 14, да, уже 14, вот так быстро время летит. Это у нас новая карта. Кстати, ебать, у меня быстро души набрались вообще. Ебать, быстро набрать, чтобы ты понимал, сейчас вообще ничего не делаю. Я пока все настроил, у меня вот так накопилось, короче. Ебать, быстро души накопились вообще. Мне кажется, даже гаргулью можно не использовать, она спокойно будет набираться. Так, так, так. Кстати, ебать ты здоровый, нахуй. Реально. Ебать ты здоровый. А чё, кстати, как это вообще работает? Ладно. Блять, некспоты, блять, даже в ТФ2 появились, ёпки. Всё, он умер. А как мне таким же здоровым стать, кстати, тыква? Какой-то зашибись. Как мне таким же здоровым стать? Я хочу таким же быть здоровым. А то как-то несправедливо получается. На, нахуй. На, нахуй, на, нахуй, на, нахуй, на. Иди сюда. Резня. Ебать мне. Ну просто пассивно, конечно, пассивный доход душ. Я ничего не делаю, они мне просто так приходят. Привет. Спасибо, что ускорил. Тогда все-таки возьмем супчик. Супчика поедим. Чтоб все было заебись. Ух ты, ебаный. Не-не-не, я лучше здесь постою. Если хотел выбегать, не, я пожалуй, откажусь, не хочу. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай! Ай. Так. Да. Ух уж эти скауты, я постоянно все запираю. Тыква, тыква, тыква. Привет. Давай, давай. Хорош. Так. Меня реально медик убил. Пиздец, позор. Для меня. Давай иди сюда. А ладно. Отдам тебе свою маленькую победу. Так уж и быть. Победа. Чё? Чего? Ты баклак, что ли? Ты зачем это делаешь? Ты нафиг в коробку уселся, шпион? Ты чё? Что за фиг? Нафига? Ага. Вот оно как это происходит. Надо будет, надо будет, надо будет, да. Надо будет что-то сделать, сейчас в хедшотину получить. Не понял. Не понял. Так, тихо, 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 пацаны, тихо. Гаргулья? Что, что, что? Дед, блядь, прими таблетки. Ебать, сердце проблемы. Ему надо таблетки принять, он тут со снайперской винтовкой бегает. Не, а что это за фигня, если честно? Это проблема с пингом или... Или это земля так трясется от этих вот гигантищ? Не, по факту я могу вообще без него обойтись. Ты видишь, сколько у меня, в смысле, душ уже? Я могу спокойно без нее обойтись, на самом деле. На этой карте прям очень быстро души набиваются. Не знаю, с чем это связано. А, наверное, потому что этот гигантище, короче, ходит. И души отдает. А вот и победа, собственно, в кармане. В кармашке, в моем. Пошли все-таки гаргулью эту найдем. А, вот, кстати, гаргулья. Заебись. Бам. Все. Давай, сдаем. Сдаем эту дичь. Лило и Стич. А, не знаю, какую еще рифму можно придумать. Вот оно. Так, открываем. Использовать. Фух, интересно, что выпадет. Интересно, интересно, давай. И... Хуйня ебаная. Нет, правда, хуйня ебаная. Я думал, что будет что-то получше, но так уж и быть. Так, контракт следующий у нас на чем? Так, вот это, вот это, вот эта новая карта. Отлично! Прям на этой же карте. Ой, как зашибато-то, а. Прям зашибено уже. Первые киллы пошли. Ой, не киллы. По привычке говорю. Первые души пошли. Первые души пошли. Как зашибено-то, а. Прям охеренно. На этой карте прям приятно выполнить контракт. О, здорово. На нах...
Ай, чуть-чуть не получилось. О, тихо-тихо! Ну ты скотина, блин. Ладно. Еще возьму, еще я возьму свою. Ух ты, ёпта, блядь. Я еще возьму свою. А, да. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Не! Не! Скаут помешал. О, вон-вон, гигантище. Оба! Ща-ща, где он? Ай. Больно. Вон-вон, гигантище. Бам. Сейчас еще залетит. Оба! Тихо, инженера. Ты как не умер. Ладно, либо недостаточно накопил. Блядь! Он меня спалил. Бам, шальная прилетела. Я еще помедь... А, нет, помедик уже не прилетит. Сейчас. Уничтожу турельку. Мне, конечно, за это души не дадут, но так. Чисто. В помощь команде. Кстати, в этот раз что-то прям медленно набираются души. Вот в первый раз там вообще быстро. Буквально вот вначале ничего не делал, мне сразу пришли там до хера этих душ. Сейчас я что-то делаю, мне все равно как-то маловато душ, так что... Не знаю, с чем это связано. Вот так вот. Кстати, я ж могу, да, я ж могу вот... Давай. Я ж могу сейчас заряд накопить. Давай, 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 давай. Чуть-чуть. Я могу сейчас заряд накопить. Блять. Не успел. Бум. Все, проиграли. А, и все? Все, типа конец. То есть по одному раунду чисто. Ладно. На этот раз я использую свою возможность. Да в смысле? Да беги! Ну это нечестно. Ну это вообще какая-то фигня в смысле. О, вот кстати этот. Гигант-снайпер. Не знаю, как у него, конечно, получилось это сделать, но как-то он смог. На нахуй. На нахуй. Есть. Блять! Я что, тебя даже сразу не заметил как-то. Чё? А! Меня дверь убил! Блять, я думаю, как я сейчас умер. Больну ради проверочки. А! Чё? А как ты проверку прошел, не понял? Чё за читы? Привет. Блять, опять исчез. Сейчас тебя найду, чё ты думаешь? Такой дофига скрытый, что ли? Я тебя сейчас найду. Сейчас, просто дай мне время. Опа! Во-во-во-во-во. Вон он. Давай, давай, чё ты, чё ты, чё ты, чё ты, давай. Вон, вон, вон. Чё, что-то веселится там, поёт. На-на! Вот это ещё красивенько было. Да-да, вот чел даже подтвердил, насколько это было охуенно. Блять, я тоже пересрался сейчас чуть-чуть. Потому что решетка была. Гоняем, гоняем лысого. На-на. Я думал, что я его, конечно, убью, потому что, ну, у меня ж, типа, мачете принял у него, там, какой-то, этот, дисциплинарное взыскание. Ну, походу, это не так работает. Бам. Ебать! Хера мне там дали! Ой, еще и тыква. Давай, кого-то надо... А, блядь, не успел. Вот это сейчас так хорошо было, прям. У меня уже там половина, короче, есть. Чё? Заткнитесь, ученые? Или я что-то не понял? Я тут ученых не увидел, вообще не понимаю. Или это какой-то мем, который я еще не знаю. Бам. Тихо! Не иди ко мне! Иди сюда! На! На! Так какие синие? Не надо мне к синим! Я красным хочу быть! Да ну нафиг! Да ну на! Это какая-то ди... Есть! Ай, блядь. Ну, все равно хоть чуть-чуть побыл. Все, я сейчас точно свой шанс упущу. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее! Есть! Слушай. Что? 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 В смысле, это дискриминация меня? Это дискриминация снайперов, в смысле, ты видел это? Я встал к бочке, я должен был ее взять, но я ее не взял. Взял ее солдат каким-то раком. То есть, мне сама карта сказала, иди-ка ты нафиг. Я тебя буду дискриминировать. На нах. На нах.
нанах. Бом. Че, ничего не засчитают? Всего-то одну? Так я что, решающий выстрел съел? Как это так? Почему в прошлый раз не дали дофига, а тут... Где? А, вон. Уе! Уе! Хе-хе-хе-хе! Наконец-то! Иди сюда! Бам! 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 Фига ему накидываю просто! На-на! На! Ах ты, сука, дошел! Но я все равно грохну. Поклонитесь мне! Жалкие создания! Склонитесь перед своим новым покровителем. Так, где там кто? Вон он. Вижу. Жиробасил. Бам. Не понял. О, опа, в АФК стал. В АФК стал. А, и какой рифм может придумать, не знаю. И, короче, упал. Но не знаю, что можно придумать. На, найти. Буду его так застреливать. Пошел вон от меня, мелкое это существо. Ты чё, сука? Лежать, я сказал. Это я в курсе, это как в... во вторых трансформерах, там, в начале этот Fallen. Короче, вот этих вот, типа, первобытных людей давил, нахуй. То же самое я тут, короче, делаю. Ну, сейчас уже, конечно, нет. Но... Ебать! Охуеть, это так сейчас круто было. Ну, ненадолго, конечно, но это так сейчас офигенно было. Во-во-во-во-во, на. На. На, блядь. На. Ты еще какой-то уворотливый, ты вроде здоровый, какой-то уворотливый, сука. Ты заколебал. Стой смирно. Бам. Так, сейчас надо, короче, медику. Подожди, сначала давай тебя грохнем. А. Я так и думал, я прям вот, знаешь, я прям жопой почул, раз он так на меня посмотрел, значит там сзади шпион. Опа, привет. Херач по неверному! Давай, давай, давай. С Хэйком его, короче, забодаем, иди сюда. Бам. Вот это, конечно, вовремя. Давай сейчас кого-то, а, нет, используем. Бам. Первый есть. Так вот, со снайпы надо. Во-во. Ай, чуть-чуть не успел, ладно. Бам. Бам. Есть. Вынесли. Блять! Пошел на. Чпоньк. Опа, горгулья. Ну слушай, а вообще смысл-то ведь не от нее. У меня же там буквально совсем чуть-чуть осталось. Типа смысл мне от нее. Да, это, конечно, ускорит процесс, но. Ну смысл, блять, только сейчас понял, что это красный. Я что-то заговорился, я даже не понял, что тут красный стоит. Подрывник. Ебать ты, ОМОНовец! Пошел вон! Есть. Да ёп. Сука, горю срочно. О, фу, потушили. И этот забрал еще. Да что ж вы делать-то будете, а? Что ж у меня все забираете-то? Тыква. Давай кого-нибудь надо грохнуть. А, ну не, все не успел. Горгулья. Я сейчас добью. А, ну я уже, в принципе, добил. Так-то. Я только сейчас заметил. Ну так, чисто по приколу возьму. Бам. Ну да. Не знаю, что я надеялся. Опа. Фига, мне еще по киллам так-то все неплохо. Я думал, что там вообще пиздец какой-то. Ну. Оно, оказывается, все очень даже приемлемо. На шпиона я проверил. Так, на всякий случай. Давай, 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 давай. Давай! Кстати, тут. Подожди. Мне кажется ли у него шапка робота? Ну, в смысле, изман против машин. ХЗ. Блять. Мы победили. Есть. Вот, мы, собственно, в главном меню. Погнали. Так, кстати, клеймор не тут выпал. Погнали. Сдаем. Интересно, что мне выпадет. Прям. Надеюсь, не говно какое-то, как вот в первом самом контракте. Но есть что-то очень стоящее. Так, да-да-да-да. Так, кто у нас... А, сначала у нас вот эта карта. Все, понял. Soul Mill у нас чуть попозже будет, окей, понял. Просто интересно на него посмотреть. Фух, так, что ты? А, все. Интересно, что выпадет. А, физорцист. Не, ну шапка-то прикольная, но, блядь, она у меня есть уже. Она давно у меня есть.
Ну ладно, ладно, там не знаю. На что-нибудь пойдет, окей. Ладно, ребят, ну пока что мы с вами закончим. С вами был Diablo 3 2, мы с вами играли в Team Fortress 2. Это у нас хэллоуинское обновление. Scream Fortress 14, мы с вами продолжим в него играть. Следующая карта у нас, получается, будет Bone Soul. Потом у нас будет уже Soul Mill, ну и вот эти все следующие, короче, новые карты. Все, мне больше сказать нечего, с вами был Diablo 3 2. Ну и всем пока. А, ну и ждите обзор этого обновления на моем втором канале. Все, теперь тоже всем пока.